It is the most valuable thing in the world. It makes people happy. It is hereditary. It is a job. Just a job. Везде нестандартные решения, везде нестандартные руды. Все нестандартно. It is hard work, because it is hard to be a pioneer. Руда залегает не всегда, как хотелось бы, ровно и гладко. It is tough work, where it's impossible to relax. Каждый день мы углубляемся, добываем руду. Новое содержание, новые облака. Каждый день это все новое. It is dangerous work. Изменчиво. С каждым метром глубину ниже она может быть твердой, может быть мягко увлажненной. Разное. It is cool, perhaps the coolest job in the world. Таких месторождений даже в мире осваивается очень немного. It is hard work. То есть у нас основная работа на самом деле думать. Так, научное сомнение переводится. Пускай все подразделения участвуют. Сейчас задача замечательная. Никакого вердикта мы выдавать не будем. Я просто выскажу. Учиться не у кого, сами понимаете. Никто не подскажет по инструкции. Заводы не работают, только микроволновки по инструкции работают у меня. Открыть фабрику, ну это то же самое, что воспитать ребенка. То есть начинаешь с самого нуля. But if it is your job, it is impossible to stop. This job is so luring. Каждый раз, когда выходишь на поверхность, всегда такая радость. Видите, какая красота? Конечно, как-нибудь радость. Так, сейчас посмотрим, что здесь такое. Образцы с участка в океан. Ну, это кварцевый метасоматит. В таких породах часто бывает золото, связано с ним. Образец номер 22. It never gets boring around here. Нам нужно 6 ковшей от груди. Тянет уже. Вот в эту обстановку, пусть она опасная. Все четко, легко работать, вот такой адреналин. Геология – это всегда как бы удовлетворение собственного любопытства за счет работодателя, можно сказать. There are many things to be proud of here. Когда ты понимаешь, что ты можешь управлять горным массивом, это так шикарно, это классно.
создания. И ты, в общем, понимаешь, что ты причастен к чему-то очень такому глобальному, серьезному. Что ты там маленькая песчинка, но в очень большом серьезном механизме. И что-то в этом механизме тихонечко вращается, в том числе и потому, что ты что-то делаешь. Вот автоклав, вот голова, которая для него делает продукт. А вот дальше уже начинаются всякого рода изыски. Вскрывать золото, разрушать вот эту кристаллическую структуру сульфидных минералов, объединять их в более крупные конкреции, которые потом легко будет цианировать. Мы получили самое высокое извлечение в мире. Ни один золотой автоклав 96 не может получить извлечение по золоту. Просто красота, вы понимаете, когда вылезешь готовый металл, это красиво и приятно. Новые проекты становятся сложнее. Мы все время добываем золото или из более сложных там, по географическому местоположению месторождений, или более сложные в технологическом плане. Every day, thousands of people make thousands of hard decisions. They seek new ways. And they find more. Because they know the answers to the following questions. Who are you? What do you live for? What do you want? Ну, а дальше в 23-м году еще один завод запустим. Он будет самый большой автоклав в мире. Конечно, очень интересно посмотреть, как фабрика заработает и как она выйдет на проектные показатели. Стану для начала начальником каким-нибудь. Цели есть, ставлю задачи, пробую. This is the path we have chosen. У меня тут работает сын тоже на БелАЗе, на 411-м. Ну и дед его работал водителем. Династия получается так. This job has made us what we are. Мы коллектив, мы команда, мы банда. Мы все любим работать. Это нас и объединяет. Просто работа, красивая работа, вот и все. This is our life. Ничего, вот доехал нормально. Вот на новом БелАЗе отработал уже. Погода тоже так же, как у нас тоже. Ветер холодный, а так нормально. Как, соскучилась? Соскучилась.